Hey everyone, for our English viewers, welcome to the lobby. We're going to the bus and arrive. We are ready to arrive at the arena. Наша постоянная рубрика «Анекдоты в лифте». Приходит... Они мешают. Приходит ежик к наркологу и говорит: «У меня муж колется». Хорошо же, нет? Ладно, все, врубай камеру. Конечно нет. Конечно нет. Так два слова выучил Далджару. 10 минут. Подможно же вам опаться и дарить позитив. Yes. Едем, едем. Yeah, let's go. Что за Let's go. Что, Саня, прячешь тактики? Нет, наоборот, достаю. Достаю листочки, которые нам нужны. Это лучший тактический лист в мире. Чем ты меня за***ешь? Объясни мне. Ну расскажи про настрой парней. Как подготовились? Да че, я откуда знаю, у них спроси. Еще вопросы есть? Что ты можешь сказать про наших оппонентов, Антон? Австралийцы. Это на удачу со вчерашней игры. Я придумал себе новую тактику. Я просто во время игры и перед игрой вот так вот расчесываю. Это мои счастливые расчески из отеля бесплатные, которые мне досталось. Я теперь на все турниры буду ездить с ней. Я еще думаю, эти страсти. Вообще на Анубисе мы давно арестовали. Микрофон тебе поделаю. Мы на Анубисе давно арестовали. Вот такая хуйня. Давай, попробуй. А что не поем, мужики? Ты как Клава к нему? Это Клава столько пережила? Может, это была ошибка, кстати, ее мыть перед игрой? Ребят, сейчас матч начнется уже скоро, но скажу честно, то, что вы нам пишете, как у нас поддерживается, просто от всего сердца большое спасибо. Отдельно скажу, Пашка Флекс, просто красавчик с этим дворовым и вот с этой перевернутой фоткой, это раз. Ты просто красавчик. Спасибо за поддержку. Будем стараться, постараемся вас не подводить. Короче, ребят, вчера зашел в Nike, купил себе новые кроссовочки. Специально под костюм, под форму к Немиге. Выглядит охуенно. Я выгляжу охуенно. Все выглядят охуенно. Мы готовы наших друзей из Австралии. Карты нам уже известны. И первое – Анубис. Они, кстати, не ожидали, это был Mind Games. Второе – у нас будет карта Инферно. А третье – неважно, ее не будет. Вертига, если что. Ну, конечно же, 2-0 от нас. Ну, а как по-другому-то? Что еще добавить? Будем Ладно, мужчины, давайте я скажу. Как сказал один легендарный человек из нашей команды, самое сложное мы уже сделали. Фейвзай, мы в Осталось за самым легким. Осталось выиграть чем? Пацаны, давайте перевернем этот мир. Let's go! Давай, блядь! Across different maps, they should hold their heads cold ablaze. Yeah, definitely their first tier 1 land that they've ever played. Almost all members, they already played a few. Fell a little broken hearted because both of these maps could have been theirs. They feel like they had it in their hands, distant. Even for 5 words, this win, yes, it's a relief. Molly, Haiti available. Xanta, it hinges on him. He gets caught off. If he can't find this kill,
Risky Bob has nothing to work with. The flashbacks fall there fast onto a Xanta in the mini pit. Can't find the kill. It's Vexite. Let's take nothing away from Namiga. They've shown a fantastic display of skill. And for a team that no one really expected too much from them, they ran it close against FaZe after being blown out in the first half of Inferno. They dealt with Steel Helmet, which you normally expect them to achieve, but that was in a dominant manner. Всем привет, я нахожусь в Минске, я нахожусь уже у себя дома. Значит, это самое время подвести итоги с IEM Chengdu. С чего бы вообще хотелось начать мою речь, это со слов благодарности каждому из нас за те добрые, позитивные комментарии, которые вы оставляли в телеграм-группах, где-то во влогах. Это было невероятно круто. Мы благодарны каждому из вас за вашу поддержку. Это давало буст, давало уверенность в нашей игре, поэтому... Вы крутые, спасибо вам еще раз. Наши ожидания были определенно выше. Я не говорю сейчас конкретно про место, которое мы заняли, я говорю про ту игру, которую мы показывали. Почему мне удалось показать свой максимум? Для меня ответ очевидный, это нервы. Мы особо не расстраиваемся, мы не зацикливаемся на этом, потому что я не вижу в этом смысла. У нас впереди куча турниров, куча приглашений на турниры, на которых также стоит показывать лучший кэс, который только мы можем. Самое главное вообще во всей этой ситуации – это сделать правильные выводы. Они уже сделаны, разобрали ошибки, поняли, почему так произошло и как нам стоит следовать дальше. Запредельная мотивация у каждого игрока из нашей команды. Этот турнир показал то, каким Counter-Strike соревновательный высокого уровня может быть. Это был крутой опыт, который определенно дает заряд и буст каждому из нас. Поэтому сейчас мы возвращаемся к нашим тренировкам. Будем становиться лучше, сильнее, показывать более красивый КС, радовать вас победами. Еще раз огромное спасибо каждому из вас. Вы просто крутые. Без вас бы этого результата не было. Болейте за ними. Будем вас радовать. Okay, okay. Okay. One, two, three. Yeah, I say one, two, three. Yeah, let's go. One, two, three. Six game!